Будущее за нами или Бузан. Этот молодежный фестиваль уже более 10 лет проходит в республике. Основная цель – обсудить молодежные инициативы и смелые проекты на 9 площадках. Молодежное предпринимательство, туризм, школа молодого, политика и других. Эти делегации, они примут участие в том числе по итогам грантового конкурса, который мы недавно завершили. Этот конкурс проводится впервые в республике Бурятия. Специальные субсидии выделяются для поддержки молодежных проектов практически по всем направлениям нашей работы. Было прислано 144 заявки на этот конкурс. Сумма грантов до 100 тысяч рублей. В этом году ожидается участие около 200 жителей республики, а также представителей Южной Кореи, Казахстана, Иркутской области, Забайкальского края и других регионов России. Главным хедлайнером форума станет известный российский бизнес-тренер Барри Алибасов-младший. Наталья Китаева, Юрий Шабаганов, Первое альтернативное.